и при соприкосновении с нею в обществе ее восприятие и обработка вот такой информации будут искажаться, извращаться и блокироваться эгрегориальным возбуждением его психики, наваждениями всевозможными, блокированием памяти, энергетическим дискомфортом и так далее. То есть личность такого человека в этом случае, в информационном отношении, это более или менее полный, неоскверненный эгрегориально чуждой информации, фрагмент эгрегора, воплощенный в биомассе. А воля такого человека не свободна, поскольку не может выйти за пределы эгрегориальной целесообразности вследствие давлеющего эгрегориального водительства.